Всем привет! Здравствуйте! Вот, смотрите, сколько я уже выслала. Вот моя работа, видите, которая называется «Ночной рандеву». Ночной рандеву проводится утренний рандеву, потому что я работаю с собой по утрам. Выслала я уже вторую сторону. Вот, посмотрите. Вот она. Вот, высылается очень легко. Я высылаю полукрестом всегда. Мне нравится полукрестом, крестом, полукрестом. Вот такая работа, видите? Вот. Вот она у меня. Вот. И завтра начнем высылать уже в следующую сторону. Вот у меня сегодня 300 крестиков. Вот. И вот у меня такая работа очень красивая. Вот, ну, вот, завтра мы начнем высылать. Сначала идем снизу и доверху. И вот отсюда. Это будет, кстати, третья сторона, которую я буду высылать. Вот, смотрите, вот она у меня. Вот, видите. Вот, сейчас я работаю попугайчиком. И потом хочу немножко поспать. Мне надо отдохнуть, осталось мне 5 часов. Потом думаю, что погода дождливая, более сильно не пойду. Хочу отдохнуть. Буду потом завтра. Вот, смотрите, какая работа. Вот, вот такие дела. Сегодня норму перевыполнила, так что, ну, по другому с вами посадите, очень красиво, очень заметно. Видите, вот, смотрите. Вот она работала. Вот, смотрите, вот она. Сейчас разрешу сюда. Иди, пойди сюда, иди сюда мне. Вон, подумай, не надо. Смотрите, какая работа. Вот, солнечная работа. Конечно, там связано не понять связано, но все равно мне не нравится. Мне нравится даже крестом, только крестом, и мне нравится выхватить. Вот. Это все такие дела. Вот. Все. Ну все, пока, всем до свидания. До свидания, пока. До свидания, пока. Пока, до свидания.